скользну на твое окно. Красота вокруг осветила все. Ты счастлива, в это утро ты провожаешь золотые дни. И не говори, что про это утро не мечтала ты. Сияет платье на тебе, и слезы счастья на лице. Чуть-чуть не верится тебе, что этот миг в твоей судьбе. Твоя рука в его руке, он улыбается тебе. Кто сотворить такое мог? Конечно, Бог. Поздравляем! Від сьогоднішнього дня об'являємо Лілю законною жінкою для брата Павла. І брата Павла об'являємо законним чоловіком для цієї сім'ї, яка тільки що создалась. Хай Господь їх благословить. На тебе і сльози щастя на лице. Чуть-чуть не вериться тебе. Итак, как вы думаете, кто из вас будет заниматься воспитанием детей? В его руке он улыбается тебе, кто сотворит. Кто из вас чаще говорит «люблю»? Конечно, Бог. Поздравляем!